Наверное, каждый из вас согласится с тем, что мир, в котором мы живем, весьма многообразен, многолик, многозвучен. И люди, живущие в этом мире, под стать самой природе, разнолики и разноголосы, имеющие свой уклад и устои, образ жизни, традиции и обычаи. Дорогие друзья, я хочу у вас спросить, а какие праздники вы знаете и любите? Давайте начнем с самого начала. Самый первый праздник в году какой? Конечно же, Новый год. Это самый любимый праздник для многих людей. Дальше идет у нас Рождество. Ну а потом старый Новый год, 23 февраля и 8 марта. Одним из самых красивых народных праздников весны, конечно же, является Масленица. Браво! Ну а в первое воскресенье после Пасхи наступает очень необычный, яркий, веселый праздник – Красная Горка. С этим праздником связано много традиций и обрядов. По древнеславянскому обычаю считалось, что в этот день всему покровительствуют добрые силы. Это праздник светла и света. Красная Горка стоит на дворе. Она отворяет ворота весне. Весну пора нам закликать, горку красную встречать. А встречать мы ее будем вместе с театром танца «Жар-птица».